как мы перебегаем, если слишком много големов на нас нападает. То есть мы держим рейндж между собой, и мы также передвигаемся на своем рейндже. То есть, к примеру. Вот, мы держим свой дом рейндж, нам нужно перебежать. Перебежать, допустим, влево. Вот, мы держим эту рейнджу и так перебегаем. Все. Это если много големов на нас нападает. Ну, все, надо пробовать. Вторая фаза, пожирающая пламя, нужно будет сейвить обязательно людей. Не забывайте про вот этот скилл. Войд, вруби стрим. Не забывайте про мстительную порчу. С ней вы не отбьете, особенно касается танков. Танки там вообще нужно как-то, наверное, урон будет вам стопать, потому что вас охереют хилить. Если на вас кинется мстительная порча, она не снимается, если что. Пока я джанк никому не давай СС. Надо просто первый трай такой разминочный, скажем так. Сицуны, скибиди, заходите, будем бить. Так, смотри, спрашивай, что ты не помнишь. Я не помню, как срабатывает пожирающее пламя. По-моему, оно вначале срабатывает, потом почти сразу идет кольцо мрака. Если этот момент правильно разложить, то можно очень сильно упростить себе жизнь. То есть на пожирающее пламя это делящийся урон. То есть милики могут, допустим, втроем сбежать, их вообще хилить не нужно будет, они поделят урон. Ну, только если, понятно, на двоих сразу миликов не повесило. Да, важный момент. Ну, смотри, сейчас... Сейчас оно сначала вешается доткой, а потом взрывается. Раньше оно просто нюкало на 32 косаря. Войд, Войд, ты там что-то... Ты там что-то хотел. Короче, дело в том, что с начала первой фазы идет таймер периодически на кольцо мрака. И когда начинается вторая фаза, то идет, добавляется второй таймер вот этого поджигающего пламени. И я не помню, сколько конкретно у них тайминги, но там вешается это пламя на 3 секунды, и за 3 секунды оно как бы взрывается. 30 тысяч. Вот, я про это и говорю, что если все правильно и грамотно сделать, я помню, так убивал, можно делить урон через пожирающее пламя и потом быстро разбегаться на кольцо мрака. Но это надо прям качественно сделать. Ну, вообще... И смотрите такой момент. Вообще, смотри, 33 тысячи, грубо говоря, да? Под саппортом и аурой это будет примерно 26 тысяч урона. Ну, там еще големы есть. Да, ну, там големы, там дохера урона. Мне кажется, с големами и будет проблема. Скиби, дизайн, заходи. Заходи. Ну, ладно, надо просто побить. Сейчас посмотрим, как здесь все работает. И милики миликами, а РДшки тоже должны сбегаться. РДшников мы сейвили просто. Какие-нибудь слова там сокры закидывали и так далее. Плюс смотрите такой момент. Милики, вас за двоих может пожирающее пламя кинуть. Тогда вы не сбегаетесь. Один может всегда к танку забегать, если что. Второй там, допустим, ко второму милику, который без пожирающего пламени. И у вас на это все 3 секунды будет. Потом почти сразу кольцо мрака достаточно быстро кастуется, поэтому вам нужно еще среагировать и разбежаться на кольцо мрака. Просто вас не успеют выхилить, и вы просто охереют, если вы будете еще кольца мрака взрывать. Надо именно въезжать и все. Пробовать. Да, надо просто попробовать, потому что я как бы уже давно его не бил, плюс у нас миликов за много. Ладно. Про порчу рассказывал. Про порчу рассказывал. Жень, заходи. А, теперь как мы стоим, РДДшники? Определенно слева стоит рейнджа, сколько там, по-моему, 10? Сейчас смотрю точно рейнджу. Не написано. 7, каждый. Примерно 10 метров, я не написано, сколько в кольце мрака. Примерно 10 метров рейнджу держим между друг. Вначале стоит определенно, потом стоит Void, потом стоит Мавар, потом Джанк, потом Скивини по РДДшникам. Значит, 15. Значит, 15. Также вы стоите на фул рендже назад еще. Для чего мы так стоим? Чтобы миликам было туда убегать. Но слишком сильно тоже не разбегайте, чтобы вас могли хилить.
Женька, заходи. Да мы всех убьем, чего вы паритесь? Как любом. Там, кстати, написано, что у нас 4 из 5 ИВК убиваем. Это много у кого забагануто. Кидало. Но все равно мы на 26-м. Женя. Все, Женя зашел. Ставлю рыбу. Ребята, здесь бурсты тоже сразу отдаете. Плюс. Дай собрать, пожалуйста. Извиняюсь, бурсты не сразу отдаете. Бурсты отдаете на вторую фазу. А сопрот у Жени остался. Женьки обмен мне тоже не дал. Я Женя дал. Бурсты отдаете на вторую фазу, а припоты оставляете. Можете припоты сразу нажать, и вторые припоты должны остаться на фазу после ледяной. Обязательно. Когда будет ледяная фаза, я там еще все напомню, если мы до нее дойдем. Опять же, если мы доходим до ледяной фазы, мы почти убили босса. Ну, я уверен. Если все нам там повезет чуть-чуть, грамотно все сделаем, мы его убьем. Мы на вторую фазу делаем обычно. Давайте, чтобы максимально быстро перейти до 50. Ну да. Жень, у тебя рыба, если что. Ставь рыбу. Жека, дай сопрот. Зя. Жень. Короче, между костами кольца 15, а между костами пламя 30 секунд. Пламя начинается отсчет от того, когда переведешь на вторую фазу. То есть сколько там? 75. Ага. Кажется, Женька подрезал сопрота парочку. То есть, по идее, это ладно. Чтобы косты... Это между ними время было, типа, нужно перевести на 7 секунд после того, как кольцо взорвалось. Да, вот я помню, мы как-то один раз очень грамотно все сделали, и было гораздо проще босса убивать, гораздо. Ну, вот, типа, это самое главное. Да, Юй. Там же, где он стоит. Да, вопрос. Тьма и огонь. На ледяной фазе еще лед нужен будет. И защита, да, пусть останется. Можно, кстати, нет, защита пусть будет. На первой фазе огонь, в принципе, не нужен. Можешь вместо огня сосредоточение поставить. Тьму зачем ставить, если у нас... Почему тьма? Ну да, в принципе. Не, давай тьму реально уберем. Сосредоточение лучше поставь. Пусть Санька заберет мастер аур с огнем, получается. А ты сосредоточение поставь. Ну все, пошли по позициям расходиться. Лапку будем бить. Пробуем. Да, лапку. Есть, Санечка, так, лапка? Кто сзади, да. Кто с боков бьет? Петя слева, Саня справа, Майлик сзади. Прям в спину. Ну вы все бьете сзади, просто вы... Я это... Надо разбегаться надо, в разные стороны. Да, как вы разбегаетесь. Один влево, другой вправо, третий... Все, третий давай, готов. Чуть-чуть назад от танка, и все. Можешь помощника передать? Очень не то, что ли. Помощника. Все. Все, раз готовность всех. Смотрите за УЕ своим, потому что... Ой, за огром своим, потому что... Женька, ты справа стоишь. Смотри, Жень, тебя за диспелить в первую очередь Мавара, я тебя за декурсить, точнее. И всех ДДшников буду я тоже. Давай, Мавар с тебя и Джан. А я всех остальных. Все, все готовы. ДБМПу. Юи пока не поставит, босса не трогаете. На первой секунде припоты пьете. Идите бейте. Кольцо мрака через 5 секунд. Держите Ранжу, Джанг и Мавар. Смотрите, порча висит, не дамажьте там сильно. Хорошо, молодцы, хорошо разбежались. Под лом заранее выбегали. Кольцо мрака, кто-то близко прибежал, это по-моему. Я не понял сначала, что делать. Сейчас понял. Кольцо мрака скоро. Собрал.
танков стелит, конечно, пиздец. Возле Пахована никто не стоит, ему прилетает прям жестко. Пахована, проклятие. Автоатаками он сбивает себе... Пахован, смотри, с автоатаками. Да я не бью, не бью, не бью. Вообще. Я Юи ему не достаю. Хорошо. Смотрите, там спорчик, поаккуратно, ребят. С этой порчей что нельзя делать? Не автоатаки. Бить сильно нельзя. Понял. То есть каждый урон вы срезает его хп. Джан, не мне, бро. Вадим, ты ко мне подбежал, почти меня убил. Ты можешь бить, Вадим. Далеко отбегать не надо. Буквально 3-4 шага от той позиции. Ну кому отдали CS, или бою отдадите CS команду кому-то? А потом отдадим, еще пока никому не отдавали. О, сейчас хорошо отбежали. Метеорит долбит по 1000. То есть ты когда эту порчу вешает, вы можете бить. Только следите, чтобы вас не убило. Хоть чуть-чуть быстрее. Вот, сейчас определенно повесил порчу. Ладно, мы вторую фазу перешли. Я говорю, на 80%. Давай Геру, если плавня пошла. Бустим? Да, бустим. Следите за портом. Сатсумы под себе сарву, да? Это сам Вой, перебеги, пожалуйста, на другую сторону, вот здесь в уголок, сами будут доставать. Приготовься, кто танкит Ю, я избавлен, приготовься отдавать. Пожирающее пламя скоро пойдет. Давай, массакру. Сатсумы с кибиди прожмите. А, Сатсумы сдох. Блять, вокруг меня три чела, я... забрал. Помряка. Вадим, смотри аккуратно. Молодец, сейчас хорошо отбежал. Порча на Юи, этот Коля не бьет. До Коли не достаю диска. Переводить надо. Надо переводить, да. Зачем переводить? В двух метеоритах стоит. В двух големах стоим. Двигайся, Коля, от тебя влево. Похо... Не в эту сторону. А вот, сразу. От тебя влево. От тебя влево похо... А, точнее, похован ты. Ты штанчишь. Двигайся влево, да, Коля тоже перебегает. Еще двигайтесь все потихоньку влево, раздешить. Саня Мавар. На мне поджигалка. Шмак. 28 козырей долбит. Все, пошли к дверям, короче. Собственно, ясно, понятно. Во-первых, ребят, да. Давайте станем так, чтобы два тела было с двух сторон, а в середине, чтобы уже можно было кого-то дискурсить и хилить, потому что, ну, как бы, все бегайте, блядь, стали кое-как. Так, сразу сказали, как стоим, я не знаю, как попало. Так, еще раз. Никто не бегает раньше, после, можно какие-то перебежки только делать, когда я прошел кольцо мрака. Это первый момент. Второй момент, когда на вас вешают вот эту вот фигню, вы можете бить босса. Вот, бейте его. Только следите за своим ПП, чтобы вас сильно не пробивало. Вместительная порча. Сейчас. Это, в принципе, самое сложное в боссе. Вот эту вот фазу там еще сколько, 16% перевести, и он там дальше попроще чуть. Вот, ребят, вставайте порча. Тут бежать сразу же в портал вот к нему. Да, кстати, сами вставайте, что мы купим. Этот... Мстительная порча. Этот момент вы можете бить босса, но следите за своим уроном, то есть следите за своим хп, чтобы у вас оно не отнималось. Если будете пылесосить, как всегда бьете, то вы поубиваете себя просто. Также. Следите за пожирающим пламенем. Давайте кто-нибудь будет отслеживать, на кого она вешается. Этих людей нужно будет сейвить обязательно. Каждое пожирающее пламя. У нас вон есть три милости и луны есть. Три массакра из баунта есть. Две массакры. Есть мастер аур на огонь еще. У каждого свои прожимки еще есть. Поэтому сейвить можно будет. В принципе, нормально. В элементалях нет. Ну да, в двух элементалях нет, то есть два элементаля не должны нас дамажить.
Пахалан, может, я плохо этот тоже момент объяснил, сейчас еще раз объясню. Видишь, просто цепляет два элементаля, там, милишников, РДДшников, негде стоять. То есть мы вот так вот целой пачкой просто вот таким прямоугольником передвигаемся, держа рейндж. Тут ДПС у всех меньше. ДПС у всех небольшой будет, потому что... Да, он здесь. Во-первых, милики отбегают, во-вторых... Там проклятие режет на 90% урон. Да, проклятие почти 100, там до хера снимает урон. Поэтому как-то так. Что? Оттяну-ка я часики мороза на всякий случай. Че, может, на туре танковскую тренировку? Блин, это плохая идея, потому что мы охереем на этой следующей фазе, когда переводить надо будет босса. Так на скольки фазы? На 80 была или на 75? Мы всегда перекидывали все усилки в вынос. И у нас было не менее 24 косарей. У меня 30 косарей, да? А если в метеоритах стоять, то мне эта дынка поможет простоять в них, не заморачиваясь. А может, Петя, ты на ХП кричишь? Конечно. А, ну, отлично. Слушайте, а печать порчи, если бьет босса от дебафа, бьет нет. Тебя? Кики нет. Только нанесение удара. Что, готов? Вы тут за грамм тоже следите, потому что танки бить не могут, соответственно, грамм у нас мало. Да, за этим тоже моментом это ваши проблемы, должны каждый следить. Я буду говорить, конечно, кому вагрузку. Ну, Сальва еще есть на крайняк. Все, давайте остановимся. Начнет, у него грата больше, блин. Ну, он и так начинает. Так, ладно, как там этот РДДшник стоит, я его не прослушал. Смотри, ты стоишь с самого правого края, Войд стоит между мной и Маваром, потом Мавар стоит и Джанг между нами, между Маваром и тобой. Значит, Санечка прохиливает у этого Войда. Все, вот это там было. Все, начинаем. Ой. Все, еще раз готово. Ой-ой-ой, орехи сниму, блядь, сейчас нахуй загорят. Все, все готовы, а Джанг сейчас тебе. Репоты не забудьте нажать на первой секунде. Давай ей. Чуть больше ранжу Мавар, Джанг очень близко стоит друг к другу. Ближе подойдите еще с РДДшники. Вот, Юи не может сейчас бить. Ну, может, но аккуратно. О, хорошо разделили урон. Молодцы. Определенно Мавар. Пахлавану, Жень, сними, не могу с Пахлавану снять. Далеко стоит от меня. Желтый Джак какой-нибудь бьет? Я, но я пока не бью, так что бить. Ладно. Сейчас побью. Жень, себя и Пахлаван. Все, иду забирать. Забрал. Лица мрака. Молодцы. Хуану держите. С отсюда по себе сарик дай. Да. Он пока. Костей. Я дал. Юи, сними, Жень. Хорошо. Давай передвинемся в эту сторону немного, Войд. Саня тоже. Ну, это вообще бить вообще нельзя, а грамм нет, не знаю, что делать. Просто стоишь как валенок. Ну, есть такая фигня. Не, вы бейте, но не так легко убить себя. Я еле живой, даже если стою, ничего не делаю. Ну да. Все, дали Геру.
Блин, в мили прилетел. Нужно перемещаться, наверное, в сторону. Побежали в сторону. Так, кто-то сейчас танчит. Юй. Да, молодец, Юй. Джан, Джан, ну видишь, бегут, блядь. Подожди, отходи. Ну что забежи, чтобы было куда бегать. Элик, ну не подели, не отбежал кто-то. Да, чё, не отбежал. Это вот милости Луны, понимаешь? Смотришь, кого видать. Упали, упали, сразу встали, пошли сразу бить снова. 20 минут еще времени есть побить. Сразу встали, пошли бить. Количество миликов, блин, очень сильно утяжеляет этот момент. С тремя миликами тяжко. Ну, убиваемо. Погнали. А прикинь, проходку 10-12 миликом сделать. Блять. Страшно. Пару месяцев. Ну, это и так понятно, что не каждому будем сразу делать, это просто будем по очереди всем делать, ну, потому что это нереально просто. Покамень. Да, скорее нашла не отменят ее, блядь. Ну, эти на что сделать. Какими ебанутыми надо быть, чтобы на ЦВК 25 обычку потребовать Молчазара, блядь? Не знаю. Я уверен, что наноют, но не с первого КД, скорее всего. На второе сейчас поймут, что много кто не пойдет. Начнется нытье. Они просто еще до сих пор много не бьют. Ну, блядь, игру магика хватает. А если я не ошибаюсь, на X3 подобная была фигня, только надо было Молчазар убивать, чтобы Гру Магик попасть. А Гру Магик... Ну да, уже... а потом это, ну, потом это убрали, наныли. 2 КД прошло, наныли потом. А, да? Да. Все, давайте долго не тупить. Раз-раз побежали. Смотрите, еще раз говорю, мы должны раньше всегда держать 15 метров. Когда кольцо мрака, если вы не будете держать, это 20 чем-то тысяч урона прилетает. Это хилы просто не прохилят никак. Поэтому, когда перебегаем, всегда миликом, смотрите, с дорогу уступайте. Пусть Вадим тоже старается убегать всегда. Пусть вообще вас там хоронило просто всех сразу. Все, все готовы. Сейчас, они 3 секунды. Все, все. Блин. Да, приход не забывайте. Кольцо мрака. Он жахнул, пошли бить. Жень, не могу с тебя снять. Чистые по хвалам, все остальные за декуцию. Ой, сань, чуть еще подальше. Голема. Вадим, вы вместе с этим, с Петей бежали. Разно. Что, будем отбегать правее или где? С одним големом, наверное, нет. Тут потом все в големах будет. Уже стать не ходу. Если до второй прилетает, да, будем. Юи не могу, не достаю. Плохого она его пробивает. Я вообще я ничего не делаю, просто стою на месте. Поймайся как-нибудь. Все, я уже все отдал. Минус 50 отдал, все отдал. Убегаем? Ну, мне кажется, так пробивать он не должен. Ну, он вешает минус армор. И тайная магия бьет.
Есть на саппорт что-нибудь, ну там, тайная магия? У меня нет. Как бы Юи тоже не огурчиком, я смотрю на его хп. Не, его тоже пробивает, но тебя прям вообще мощно. Ну я смотрю, по нему урон примерно одинаковый летит. 2-3 хила я даже не забить будет. Но в 3 хила нет, не убьем это. Почему? Вообще никак. Наш ДМК всех поберет на пятой фазе. Бессмысленно. Там нужно максимально быстро его забить, чтобы ДМК всех не побрало. Сейчас посмотрю, сколько. Так выводить можно. Да, трэш будет выводить. Ну да, тактика есть, выводить сразу. Юи, не гони, пожалуйста, какую пережидать, а потом бить. Мстительная порча вешается, потом появляется на тебе второй дебаф такой же мстительной порчи на 2 секунды. И когда появляется на 2 секунды, ты не бьешь. А когда нет на 2 секунды, именно которая тикает, то я могу бить. Которая тикает есть, да. Значит не бью. Да. Слушай, если я буду бить, я буду побольше жить. Я и хилиться буду, и щит на физурон у меня будет. Слушай, ребят, может, напомните, били босса, там мы какие-то косты давали сейвы. Мы еще Женя до этого не дошли, если что. Доходили в прошлом трое. Ну да, один раз дошли. Это все пожирающее пламя как раз. Ладно, погнали. Что тут размышлять, надо просто бить, пробовать. Ну? Я здесь. И тишок. Погнали. Все. Все готовы? Погнали. Войт, очень как-то ты растянулся далеко, тебя ж не похилит. Далеко стоишь от хилов. Ну, сейчас хорошо отбежали. Иду забирал. Сейчас я не могу бить, сейчас пройдет эта херня, думаю. Да. Сейчас, кстати, лучше идем. Лучше отбегаете. Ну, сбирайте. Хована. На 20 секунд этот дебаф вешается, что это такое? Ну да. Жень, даю и не достаю. Минус ревностный. Пожирающее пламя на мне, я отдам глыбу. Джанка не засейвили.
Вроде следующая Гера. Пожирающая пламя Айсбаунд даст. Да, Гера. Точно. Давай, Айсбаунд. О, Вадим ко мне побежал. Забрал. Ну, хотя бы сейчас живем чуть-чуть. Женя, я мертв, если что. Сейва не было. Короче, очень сложно, бля, когда танка прошибает, надо, бля, быстро всех продиспелить, нахуй, и захиливать танка. Да, нужен один еще, кто декурсит, один человек, который декурсит. Предложение. Предложение. А ты? Спекнуть Хабала и Лема. И кто декурсит будет? Декурсить Лем не сможет. Лучше просто третьего хила спекнуть и попробовать дойти до последней фазы. Ну давай, давай попробуем в этого в Хабала еще. Прыгай, Вадим. Мой лик, ну. Да, два диспела, Хабал. И все, танк всегда прохилен, два диспела все продиспеливают. Да, как варик. Там, по сути, кому сейвы кидать? Локу? Что еще раз? Если кольцо мрака прошло, либо его еще нету, можно кому-то подбежать и разделить. Ну, вообще он как бы может сойти на щит другой на жизни, на хп с ним добегать. Тут, блядь, допустим, он дамаг. Меня не показывает таймера до пожирающего плотни. Мне, кстати, почему-то тоже не показывает сейчас. Меня только показывает, когда на мне бежится. Я вон глыбу прожал и выжил. Потом Вадим меня шотом подбежал с кольцом мрака. Вставай, Юй. Так, Вадим, ты также бьешь в мелизоне, также хиляешь, также будешь отбегать просто. Хэпалы не подходят в мили на этом боссе. Но так как у нас получается один милик, или два. Два. Два, пусть подходит. Нет, пусть подходит. Да, значит. Ну, по-моему, не сядет. Если он... Не сядет, три хила. Здесь хэпалы не в мили не бьют, Саня. Он в мили подойдет на фазе огненные просторы. Так можно было бы, ж говорю, отбегать. Ну ладно, пусть хилит, ну да. Ладно, и так бы херачу делать, пусть хилит. Только да, его еще сюда в пати закинет. Саш, беги на ту сторону. Может, сестра не спустя. Оставь холипалу и ДЦ-центр. Все, да, холипау ДЦ в центре, стойте, держите меня 10 метров, чтобы бегать возле друг у друга. Пати его еще в первую закиньте, чтобы он тотема получал. А кого тут закинуть? Ну, давай Малара сюда закинем. Все. Готовность. Малару так-то тоже надо будет. Кого-то выкинуть надо отсюда. Нормально, все, давай. Поехали. Пуляй. Рэнджи, держите. Войда не достаю за декурсить. Войд, не убегай далеко. Не достаю за тебя. Что Саш делаешь справа, смотри, он слева стоит с другой стороны. Что Войда здесь будет? Ты справа сказал, я поэтому и пошел. Сейчас, давай, что я так перебегу. Ладно, Войд перебежал, я перебегу. Давай, все, меняемся местами с Войдом. Блядь, Петик, я хуяй проебал с Петик. У меня почему-то не декурсится. Смени. Я уже 20 секунд хилю под этой херню. Я не могу, в том-то и дело, почему-то себя. Я здесь. Давай, идем. Все, нормально.
там ряд прогирований, напомните, пожалуйста. Еще 8%. И кому зубы скажете отдать? Что мне не показывает? Вначале через Icebound за сейвим. Милости луны. Icebound, милости луны. Джанка, гро с ними. Давай, держи. Сейчас поджал. Женя, дикурс с себя. Да. Да. Пожирающее пламя, 17 секунд. Забрал. Следующее массакру нажмешь, мои. Все пожирающие. Через 9. С кольцом батла будет. Нажимай, Майлик. Все живо. Ну вот они одновременно прокнули с кольцом мрака. Вот одновременно просто, в один такт. Сейчас нужно будет по отдельности сейвить людей. Пожирающее пламя. Мавар сам себя засейви, Саня. Зубы тебе. Все, хорошо. Мавар, твоя задача сейчас щит кинуть именно в две цели, на которых пламя. Готовьтесь соло секрет давать целям и умелости. Кольцо. Ой, сейчас больно будет, да. Похвалан Мавар. Даже милости Луна не спасла щитом. Это 50%. Почему я фоллоу был? Нет, это не фоллоу был. А, фига, она еще не дамажил. Мне, есть... короче, надо на работу уже уходить. Ну, на этом все. Вот нам еще... Это 15% еще надо наковырять было. Ну вот новая задача. Выживать на всепожирающем пламени. Угу. То есть бывает момент, когда оно вместе прокает с кольцом мрака. Вот это самый страшный момент. Там выжить очень. Мне с ума наплетело 30к урона. Был слегка не прохилен, из-за этого шопнуло. Все, все? Я под 50 на 50, у меня 30% хп осталось от... Я думаю, все. Да, 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 все. Копыта убили уже прогресс, так что... Потому что Моцнера пинать никак не запинается.